Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Tomb Raider Хроники, бета-версия, 23 октября 2000 года. Мы в России, база, по-моему, называется первый уровень. Да, так и называется. У нас три флеера, у нас отняли все оружие, кольт, остались только пистолеты. И аптечки тоже отняли, которые я находил. Так что можно было особо и не экономить. Так, ну что ж, новая история совершенно. Состоит из трех уровней тоже. Ну что ж, бежим вперед. Такая вот база. Так, и тут сейчас будет кран. Там управляет краном один чайник наверху. Он будет пытаться меня поймать. Надо будет бегать здесь. Долго стоять на месте на этом складе нельзя. Вот показывают кран. А вот тот, кто им управляет. Надо, короче, к нему туда забраться и пришить его. Ну что ж, начинаем. Тут у нас есть ящики. Вот тут есть ящик. Ага, видите, сколько хп уже снял. Так, давай пока тогда по первому этажу побегаем, никуда залазить не будем. Так, здесь у нас трубы. Здесь у нас что? Здесь замочная скважина, дверь. Надо найти ключ. Ключа у меня пока что нету. Здесь тупик. Бежим в другую сторону. Так, тут тоже труба. Кран уже тут как тут. Так, вот тут тоже у нас дверь. Сюда нужна карточка. Карточки у меня тоже пока нету. Смотрим, что еще есть. Ага, вот тут у нас есть шкафчик. Лара умеет осматривать такие шкафчики. И мы нашли ключ. Отлично. Так, ключ у нас, серебряный ключ называется. Сюда тоже карточка нужна, еще одна дверь. Так, ну пойдем тогда открывать ключом. Тут у нас тоже ничего нету, отсюда я пришел. Да, пойдем открывать дверь ключом. Заходим внутрь. Тут у нас лестница такая вот. Ага. Вижу охранник там. Можно расстрелять их. Крадется. Второго расстреливаем. Готовы. Минус два охранника. Так, у одного охранника есть карточка. Вот она. Как она называется? Swipe card. Отлично. Так, что еще здесь у нас есть? Так, еще шкаф есть. О, в шкафу я нашел УЗИ. Ура. Ненадолго мы попрощались с этим оружием. Так, ну больше тут ничего такого нету. Мониторы. Комната управления какая-то, да. Ничего больше подозрительного я тут не вижу. Ладно, пошли отсюда. У нас теперь есть карточка, мы можем идти открывать. У нас две двери. Там были. Пошли открывать. Так, вот первая дверь.
вставляем карточку. Дверь открылась, заходим. Собака. Убиваем, расстреливаем собаку. И забегаем, забегаем сюда. Что тут у нас такое? Казалось бы, тупик. Ничего не видно. Но на самом деле, если приглядеться, тут у нас решетка не совсем ровная, а за ней лежит розочка. Первый секрет. Так, ну вроде больше ничего не вижу. Пойдем открывать вторую дверь тогда. Или сюда другая какая-то карточка нужна? Да нет, такая же подойдет. Заходим теперь сюда. Что тут у нас? Тоже собака, наверное? Да нет, не видно никого. Не, ну это обычная решетка. Ничего с ней подозрительного нет. Так, а здесь у нас выход на второй этаж, собственно говоря. Отсюда мы сейчас будем прыгать. Тут у нас закрытая дверь. А вот отсюда можно прыгнуть на ящики. И наша задача будет сейчас добраться до того... кто управляет краном. Вроде надо сейчас разбежаться. Сделать вот такой вот отчаянный прыжок. Потом вроде бы надо бы вот сюда прыгнуть. Потом отсюда прыгнуть вперед. Ай! Так, я лучше загружусь, не хочу вновь залазить. Ну как так? Почему кнопка квадрат не прожимается? Я же жму ее. Жму кнопку квадрат, она не прожимается. Не, ну в другую сторону прыгать мне точно некуда. Поэтому только сюда. Дальше, наверное, туда вот. На эти ящики. Потом. Ага, вон я вижу балкон. Надо до него как-то добраться. Прыгаем сюда. Нет! Нельзя сюда прыгать. Ничего себе. А куда тогда... А может я вообще зря туда прыгал? Надо было сразу направо. Вот на этот ящик залезть, да, и прыгнуть вперед. Вот так вот. Залезаем на следующий ящик. Разбегаемся. И хватаемся за вот этот балкон. Ну, не балкон, а тут отломаны перила. Так, и вот мы сейчас устраним этого кранщика. Нажимаем тут кнопку. Заходим. И Лара будет сама сейчас управлять краном. Нам надо открыть проход. А, она оторвет эту трубу сейчас. Все, вот она решила, что там где-то проход. Да, и там у нас действительно проход вот есть.
Так, есть ли у нас тут вообще что-то? Что-то. Два шкафчика. Залезем, посмотрим. Патроны для УЗИ в одном, а во втором... Маленькая аптечка. Ну, неплохо так. Неплохо так. Так, и можем карточкой вот тут открыть дверь закрытую. А, нет, тут не карточка, тут кнопка. Так, ну я пока не хочу спускаться вниз, я хочу попрыгать по этим ящикам, получше осмотреть там все. Ну что такое? Ну как так, ну я... Почему ты не прыгаешь? Погоди, я неровно... Отпрыгнул, что ли? Почему-то она не хочет прыгать, не пойму. Кнопку квадрат здесь давить надо сильнее, что ли? Так, ну тут я ничего не вижу, а вот здесь, среди этих ящиков, надо посмотреть. Может, тут что-то лежит? Получше посмотреть. А, да, действительно, маленькая аптечка вот лежит. Так, а здесь что? Ничего. Так, ну на тех ящиках я ничего не вижу. Может быть, где-то что-то еще? А, все, кран остановился, да, им никто теперь не управляет. Так, вот там вот еще есть ящики. Не знаю, имеет ли смысл туда прыгать. Ну, ровным счетом не вижу я тут ничего. Ладно, спускаемся вниз. Идем дальше. В проход. Где этот проход у нас открылся? Нет, не здесь. Погоди, а с какой стороны? А, с вот этой. Вот, так, бежим. Так, можно взять УЗИ, кстати, да. Че экономить? 60 патронов есть. Ну все, все 60 расстрелял. Убили двух охранников. У них что-то есть? Да вроде ничего не оставили. Так, путь влево, путь вправо. Куда пойдем? Влево? Давай влево сходим. Тут у нас какая-то дверь. Снег идет, зима. Зима в России. Вроде Мурманская область. Где-то в этой части происходит действие. Так, сюда нужна карточка, а это не подойдет? Подойдет. Так, тут тоже охранник с дезертыглом. Так, у охранника есть ключ. Еще один серебряный ключик взяли. Так, вот тут мы видим, не хватает одной вот этой штуковины. Вот здесь вот. Надо будет принести, найти желтую штуковину. Предохранитель вроде называется. Так, и вот тут у нас еще дверь закрытая. Видимо, если я вставлю, я откроется тогда дверь. Так, а туда прыгать, по-моему, бессмысленно. Бесполезно.
Так, что еще у нас тут имеется? Ящики у нас тут имеются. Туда я не допрыгну же, да? Наверх точно не допрыгну, а туда тоже вряд ли. Да, Лара не допрыгнет до туда. Так, и вот тут у нас тоже есть ящики. А, текстуры, да, мы видим. У нас в будущем уже текстуры там есть, что именно туда надо будет прыгать. Если я сейчас туда прыгну, что будет? А ничего не будет. Тут у нас вода есть. Поплаваем. Можно отсюда и выбраться будет. Лестница имеется. Так, а с этой стороны что? Вылазим отсюда. Так, нельзя туда, да, залезть? Нет, не залазим. Но я не вижу ничего в этой воде. Может, тут и нет ничего? Не видно ничего. Ладно, залазим наверх. Вот по этой лестнице. Мне нравятся эти уровни. Так, а если вот туда прыгнуть попробовать? Ну почему мы не прыгаем? А, тут стена невидимая, понятно. Тогда не будем искушать судьбу. Так, я не посмотрел, что там с краю. Вот тут тоже есть у нас ящики. А, вот в ту сторону нельзя прыгнуть, там видно проход какой-то есть. Нет, тоже невидимая стена не дает игра. Ладно, пошли отсюда. Тут нам пока вроде больше делать... А, стоп. А вот туда, наверх, нельзя залезть? Должно же быть как-то можно, да? На те ящики. Только откуда? Так, попробуем с вот этого ящика прыгнуть. Но мне кажется, она не допрыгнет. Но попробовать можно. Какую только сторону, но вот тот ящик ближе находится. А, нет, допрыгнула ты, смотри-ка. Можно вот сюда за... Опа, тут у нас секрет. Ничего себе, розочка. А я что-то и забыл, что она здесь лежит. Кстати говоря. Хм, ничего себе. Вот это да. Действительно, я забыл это место. Уже хотел уходить. Ладно, пошли отсюда. Теперь пойдем направо. Тут у нас был еще проход направо. Закрытая дверь, а слева лестница. Так, ну дверь пока закрыта. Надо ее как-то открыть будет. Так, а здесь у нас... Поднимаемся наверх. Сюда ключ надо вставить. А, ну да, вот который я у охранника взял, вставляем. И смотрим сценку. You forgive me, Kellogg. I am still an admiral of the Russian Navy, and as such, demand respect. While you accept my bribes for use of the submarine, you are under my employ and will follow my instructions without complaint. If I deal with the like of you to keep my men in bread, it does not make me one of you. Ha ha! Relax, my friend. We are two sides of the same coin. Mafioso filth. Brushev, hurry on with that box. Our new commander demands efficiency.
Enough! Enough! Board and seal hatches! As you have promoted me to commander, is it not fitting to board before the admiral? Так, продолжаем. Да, русский адмирал. Не помню, как его зовут. Так, отсюда нельзя ли вот на эти ящики прыгнуть? Попробуем. Нет, не допрыгнуть. Оказалось бы, совсем чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает Ларри, чтобы допрыгнуть. Буквально чуть-чуть. Но туда нам не надо. Нам надо в другую сторону идти. Так, вот здесь пригодится Ларин прыжок с разбега на ту сторону. Цепляемся. Так, окна какие-то бирюзовые. Но они нам не нужны. Нам надо прыгнуть дальше, вперед. Вон там у нас что-то лежит. А, там патроны для кольта, что ли, лежат? Лазерный прицел? А где сам кольт? А самого кольта-то у меня нету. Патроны для револьвера, вот прицел. Сюда ключ, что ли, нужен? А, нет, там нет ничего вообще. Это не дверь. Так, ну... Может быть, отсюда надо вниз... Куда-то туда прыгнуть? Давай попробуем. Нет. Неправильно. Тогда слазим отсюда. Так, вот тут тоже есть дверь. Это дверь? Это тоже не дверь. Понятно. Так, а вот, кажется, дверь, которая карточкой открывается. Да. Надо будет сходить за карточкой. Так, еще одно окно. Еще одно окно. Но с окном ничего нельзя сделать. Туда нам не запрыгнуть. Так, можно попробовать вниз спуститься. А тут у нас что? А, тут ничего нету. Понятно. Попробуем спуститься вниз. Да, вот тут у нас тоже что-то есть. Так, вот тут лестница есть. Специально. Так, и что у нас здесь такое? Ну, туда нам, наверное, не забраться. Да, высоковато будет. Есть вода, можно поплавать. Да, тут у нас какая-то пещера есть. Какой-то проход. Решетка вот. Так, и мы видим там розочку, третью розочку за решеткой, но отсюда нам ее не забрать никак. Поэтому спрыгивал я зря сюда. Но, по крайней мере, мы знаем, где она теперь лежит. Так, ладно, возвращаемся. Забираемся вверх по лестнице. Пойдем открывать карточкой еще одну дверь. Вот это вот. Карточка прям универсальная. Так, а что у нас из оружия? Узи-то уже у нас нету, да? Ноль? Ноль. Ну ладно, заходим. Собака. Одна. И вторая тоже есть. Нет, одна собака вроде. Так, впереди тоже дверь. Кнопка открывается. А дверь у нас ведет назад,
назад. Нет, назад нам не надо. Так, здесь у нас душевая. Душевая. Тут у нас много шкафчиков. Давай все их осмотрим. 6 шкафчиков. Патроны для УЗИ нашли. Отлично. В среднем. Во, предохранитель нашли. То, что нам нужно. Так, а здесь, наверное, ничего нету. Нет, тут ничего нету. Посмотрим на другой стороне. Маленькая аптечка. Неплохо. Здесь. Патроны. Патроны, да? Патроны для револьвера. А в третьем, может быть, сам револьвер? Да, только это не револьвер. Странно, это же не револьвер. Да это Desert Eagle, скорее. И патроны другие нет. Да, это не револьвер, явно. Это бета-версия, это Desert Eagle. Можно надеть на него тоже прицел. Так, а тут у нас... Что тут у нас? Душ. Ничего подозрительного. Но нет, тут вот у нас есть люк. И ручка люка. Лара умеет открывать такие люки. Так. Поплыли. Подводный лабиринт. Куда плыть-то? Налево, направо? Нет, здесь тупик. Здесь тупик. Направо, значит. Действительно. Сразу не сообразишь. Да, длинный какой туннель. Теперь вниз надо. Теперь куда? Налево? Но кислород еще есть. Кислород еще есть. Так, направо. Но уже заканчивается вот. Теперь наверх. А, и мы выплыли как раз к розочке, да. Берем третий секрет. В этом уровне. И плывем назад. Пойдем вставлять теперь предохранитель. Так, я, кстати, на карту памяти не сохраняюсь практически, да? Надо бы сохраняться тоже, дублировать свои сохранения, почему нет? А то у меня получается на карте ни одного сохранения нету. Ну, точнее одно, с начала уровня. Так, возвращаемся. В какую сторону лучше пойти? Лучше сюда, наверное, пойти. А как он называется? Фьюз, да? Фьюз. Опа! Что там такое? Кто-то стрелял? Ага! Я вижу стрелка. Давай возьмем револьвер. Где еще окно? Твою мать, он меня почти убил.
Откуда стреляет? Где окно? А, вот окно. Сейчас я тебя вижу, снайпер. Куда пошел? Готов. Готов? Сколько вас тут таких? Два снайпера. Откуда-то взялись здесь. Ну вот для этого и нужен прицел. Вставляем предохранитель. И дверка открывается. Опа! Собака. Вдруг откуда ни возьмись прибежала. Нажимаем здесь на кнопку. И переставляем вот этот ящик. Да, мы видели проекцию. В принципе, уже. Так, стрелков больше не будет, надеюсь. Надеюсь, не будет. Да, кстати, вот уже нельзя было бы взять секрет тот. Прыгаем на этот ящик. И с этого ящика прыгаем вот на это черное. Что это у нас такое? Ну, короче, вот это вот. Подводная лодка. И мы прошли первый уровень. An unwelcome addition to our little assignment. Leonid, if you would escort this lady to the brig. Your little assignment. You have no idea what your mafia financed assignment is, do you, Admiral? Young lady, who you are and what you know is of very little concern to me. If I was captain of my ship, I might listen to you. But unfortunately, the situation I find myself in doesn't allow me that privilege. So if you would be quiet and hurry along like a good little girl. Inside, please. You're making a grave mistake. You know that? Under no circumstances open this door. Do you understand? На этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующем уровне, в следующей серии. Всем пока.